Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Doom Bed. И начнем мы с вами, да-да, именно отсюда. У нас, как говорится, третий и шестой уровень не пройден идеально, а я хочу пройти. Я хочу пройти, получить, как говорится, короны и получить немножко денежек. Так что, ребята, начнем, пожалуй, с третьего уровня. Надо обязательно пройти. Если я не ошибаюсь, именно в этом уровне меня в тот раз подколол именно... лучник, да, именно лучник втихаря пробрался и украл у нас, как говорится, принцессу. На этот раз у него, ребят, ничего не выйдет. Кстати, я купил себе охлаждающий генератор и, как видите, его улучшил. Ну, пришлось, конечно же, слить все свои монетки. Так, и возьмем, пожалуй, здесь миньона. Все, ребята, я думаю, что этого будет нам достаточно. Более даже чем. Давайте приступать. Фух, без разминки, без всего. Так, что у нас тут? Начнем, пожалуй, мы, наверное... вот с этого этажа, сразу же, да? Я думаю, надо с этого этажа начинать. Ой, подожди, подожди, генераторы, генераторы. Да что ж такое, я все время, ребят, про них забываю, понимаешь? А, у нас еще и вот здесь появляется. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, генератор, давай, мне одного мало, нужно еще один ставить. Слушай, ну это плохо, посмотри, что сейчас будет. Они сейчас быстренько вот сюда будут спускаться. Мне это не нужно. Давай мы вначале сделаем с тобой так. Миньона еще надо вот сюда обязательно, ребят, подкинуть. Так, поставим с вами вот так вот ловушечку. Колье, да? Ой-ой-ой, а что же он так... А что он так быстро, ребята? Не надо похищать принцессу, пожалуйста. Не надо, я тебя умоляю, не надо дурковать. Фу, ребят, мы отбились, но это начало только. Это лишь только начало. Так, давай мы вот сюда еще поставим, наверное, с вами, да, одного миньона. И нужно уже, на самом деле, расставлять ловушечки. Как бы уже тут не шуточки, расставлять ловушечки. Какого лешего ты сюда прешь? Миньон, давай быстрее лови, потому что я не хочу... А, тут его и нет уже. Тут его, оказывается, ребят, уже и нету. Ну, лови, 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 лови. Фух, я уже думал, сейчас схватит. Давай мы, наверное, отсюда поставим генератор замораживающий. Потому что уж... Вот, вот, ребята, вот об этом я вам говорил. Вот они, эти лучники. Вот они, лучники. Уже здесь, тут как тут, смотри. Смотри, что происходит. Давай мы сюда вот тоже заморозку поставим, чтобы они не так уж слишком быстро здесь бежали. А то слишком раздухарились, я смотрю. Так. Главное, чтобы мой миньончик, ребята, не, меня не подвел. Пока справляемся. Но это пока, ребят. Давай, наверное, мы, знаешь, что с тобой сделаем? Вот сюда. А, я не могу этого сделать, к сожалению. Тогда поставим вот сюда вот гарпуны. И, наверное, не один придется ставить, скорее всего. Так, погоди-ка, что-то я растерялся весь, ребят. Как у нас там пойдет дело? Вот они будут сюда заходить. Значит, здесь они, соответственно, будут вылазить. Ставим тогда вот так вот с вами очередные ловушечки. Так, миньоны мои бегут. Конечно же, надо вот сюда еще одного поставить. И давай мы будем влеплять. Что? Что? Ага, вот, ребята. Вот сейчас отсюда еще попрут вражины. Поэтому, конечно же, нужно ставить тут тоже гарпун. По идее, да? Воу-воу-воу, смотри, бежит, бежит, бежит. Слушай, а их здесь очень много, ребят, на самом деле. Смогу ли я тут противостоять? Почему у меня внизу, я не вижу, ребят, миньона? Вот, миньоны, короче, внизу. Они у меня готовы. Погоди, не сюда ставлю. Вот сюда нужно поставить нам защиту дополнительную. И вот сюда мы поставим колья. Все, ребят, мы прошли с вами этот уровень. Довольно легко. Но в прошлый раз я немножко... растерялся, наверное, из-за этого мы и проиграли. Ну что же, а теперь мы будем с вами проходить, ну, шестую миссию, я так понимаю, да? Вот эту. Потому что тоже нужно идеально все, ребята, сделать. Ну что же, берем все по стандарту. Гарпуны, кислоту, генераторы. Кстати, вот здесь апгрейдим заморозку. И, конечно же, нашего миньона. Погоди, кого-то мы с вами не добрали. Конечно же, щупальцы. Щупальцы. Все, ребята, стартуем, погнали. Так, что у нас тут? Я уже забыл, если честно. А, это, по-моему, да, тот самый уровень, где у нас маленькие узенькие вот эти вот коридорчики. Угу. Ну что же, давай начнем, наверное, вот отсюда. Так, генератор, да? Мы, наверное, вот сюда поставим с вами. Сюда мы влепим гарпун. А где враги-то? Вон, они идут, начинают сверху, ребята, идти. Они начинают у нас идти сверху, поэтому поставим сюда. Ага, еще и здесь. Еще и здесь они начинают, да? Угу. Хорошо, надо, ребят, приготовиться. Подожди, а вот куда, интересно, вот эти вот ворота ведут? Неужели сразу вниз? Ребят, действительно, что ли, вниз они ведут, а?
Проверим. Нет, они, ребят, проходят. Проходят. Ладно, предположим. Давай мы вот здесь вот с вами поставим заморозку. Слушай, их слишком много. Ребята, их слишком много здесь. Давай быстрее сюда миньона вызывать. Так, погоди-ка, а справится ли у меня он один-то здесь? Слушай, ну пока, слава богу, вроде бы справляется. Пока вроде бы, ребят, справляется, но на всякий случай мы с вами вот... Опа! Фух, повезло-то нам как. Фига он там прыганул. Ну что же, ах, вот оно что. Даже вот так все у нас будет здесь происходить. Ладно, я поставлю сюда еще один, ребята, генератор. И надо нам, скорее всего, вот сюда вот поставить вот так вот кислоту. Ну, естественно. А кто бы сомневался, что они будут выходить именно отсюда, ребят? Я лично нисколечко не сомневался. Слушай, я, кажется, вспоминаю. Вспоминаю этот уровень. Смотри, что происходит, ребят. Эти архаровцы разбирают ловушки. Да вы что, серьезно, что ли? Вы издеваетесь, что ли? Вот так вот нахрапом сразу же. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мне подсказывает, что, ребят, мы с вами тут этот уровень, наверное, продуем. Я, конечно, не буду так быстро сдаваться, но смотрите, все идет именно к этому. Да давайте мне быстрее вот это, мне нужна манна здесь, ё-моё, они ваши тут разгуляйки. Смотрите, что делают эти инженеры, чёртовы, они все мои ловушки, ребят, ломают. Все, что я здесь понастроил, они просто берут и ломают. Так, мы еще с вами ниже опускаемся. Мы еще ниже с вами опускаемся, ладно, хорошо, тут у нас генераторы, да? Вот сюда нужно, наверное, нам... Так, я на всякий случай вот сюда вот вниз поставлю, да? Смотри, кто тут бежит. Ты посмотри, кто, ребята, здесь у нас бежит. Давай сделаем вот так вот. Я не думаю, что этот уровень должен быть таким сложным. Он же как бы считается начальным. Верно, ребята? Да, именно так. Поэтому тут у меня будут миньоны. Тут у меня будет... Вот тут заморозка еще одна. Так, ниндзи. Ниндзи — это плохо, ребята. Да сдохни ты уже, а, стрелок ты ворошиловский. Ну. Так, ниндзя улетел, это я видел. Как говорится, полетел в никудашечки. Так, вот сюда бы, наверное, ребята, нам тоже внизу надо защиту бы сделать, да? Я не знаю, может быть, из гарпунов как-то что-то придумать надо. Так, я не могу этого сделать. Давай вот сюда гарпун влепим. Ну, волна еще идет. Смотрите, ребят, там показывается, что народ еще будет к нам ползти. Поэтому давайте подготовимся к этому делу. Кстати, вот сюда тоже нужно кислотную ловушку поставить. И заморозочку в обязательном, ребят, порядке. Не понял. Так, это что там за новости, ребят, у нас? Это что у меня за новости такие, а? Все пока хорошо идет. Все, ребят, пока хорошо. Главное, чтобы генераторы мои были целенькими, и никто их тут не ломал. Так, давай-ка мы, наверное, вот здесь вот тоже сделаем заморозку. У нас будет двойная заморозка. То есть на начальном уровне, где они идут, да, и вот здесь на конечном. Только в этом случае у нас будет все идеально здесь хорошо получаться. Ух, я же разнервничался. Посмотрите, сколько, ребята, здесь много этих охламонов набежало. Почему так вас много? Эй! Ты смотри, они мне генератор сломали, который у меня тут стоял. Понял? Я, естественно, ребята, его обратно влепил. Ой-ой-ой-ой-ой, что же у вас так... Их тут, ребята, уж слишком много. Их слишком много. Давай сюда кислоту, может, влепим. Чтобы хоть как-то она нам помогала здесь. Генератор ломают, а? За серии. Так, давай сюда вот так вот с вами сделаем. Как говорится, щупальцы нам в помощь. И еще одного миньона. А что, я не могу? Ага, понятно, ребята. То есть на одном участке могут быть только 3 миньона. Это максимальное количество, как я могу понимать. Так, здесь мы подбиваем. Слушай, а что же мне вот здесь сделать? Так, ну тут вроде бы как нормально я обустроился, да, довольно неплохо. О-оу. Слушай, что-то мне подсказывает, что мы можем, ребята, здесь с вами крупно проиграть. Если мы сейчас что-нибудь не сделаем. Фу, неужели... Да, ребята, все отлично, мы с вами выкрутились из этого положения. Так, сколько мы зарабатываем, а? Интересно мне знать. 500 голды. 500 голды — это очень, ребята, круто на самом деле. Поэтому я думаю, что надо заморозку нам апгрейдить по полной программе. Ну и теперь уже будем приступать непосредственно к тем уровням, которые мы не проходили. А это у нас 8-й. Слушайте, здесь я не был, по крайней мере, не помню, что происходить будет. Поэтому, ребят, не обессудьте, если с первой попытки у меня ничего не получится, мы быстренько с вами потом переиграем. Так, щупальцы. И давай призовем наших миньонов. Фух, давайте приготовились, ребята. Я нервничаю, но это и понятно.
никто бы не нервничал. Знаете, такое ощущение, как будто это мою личную принцессу тут хотят украсть. И довольно такое щекотливое у нас здесь положение. Я начну, пожалуй, вот отсюда все это дело расстраивать, с вашего, ребятули, позволения. Так, генератор, конечно же, влепим генератор. Откуда они идут? Начнут, наверное, сверху, но я боюсь, что и с боков сразу попрут эти охламоны. Скорее всего, так оно и будет. Видите хоть кого? Вон они. Они, ребята, идут сверху. Поэтому на лестнице сразу ставим, ребята, ловушки по возможности. Как можно больше вот этих вот всяких шипов, ну и тому подобное. Сами понимаете, для чего это все нужно. Чтобы как можно больше урона они получали при приземлении. Так, сюда щупальца поставим, чтобы стырить у них всю их защиту. Так, о-о-о-о, да ладно. Вот так вот прям, да? Вот прям вот так вот. На ближайшей, так сказать, точке вы появляетесь все. Только не говорите, что вы сейчас всей ордой сюда попрете. Они ведь попрут, ребята. Они ведь попрут. Еще и инженерам здесь не хватало. Как мне с инженером драться? Как мне с ним быть? Миньон, ты что там спишь? Неужели ты не видишь, что здесь... Смотри, ребят, он... Серьезно, он просто спит. Миньон, ё-моё! Давай-давай-давай-давай-давай, быстрее. Кусай, кусай. Смотри, эти разбирают у меня, ребята, ловушку. Сейчас все тут поразбирают, да? Успеют, интересно, или нет? Как вы думаете? Да. Они разбирают довольно хорошо. Поставлю я сюда щупальца на всякий случай. Мало ли там чего, да, ребят? А вот сюда поставим гарпун. Ну, с ними-то миньоны должны уж разобраться-то, ёпрсты. Это им по зубам, как говорится. Что у меня всю камеру там мотыляется, ребят, я не пойму. Ах ты, вот так даже решил сделать. Хорошо, мы поставим сюда кислоту. Подожди, я уже запутался, ребят. Вот сюда мы поставим, наверное, заморозку, чтобы он прыгали и замораживались, да? Так, миньончика мы одного влепим сюда. Так, у нас идут пока обычные, самые обычные рыцари. Ничего страшного в этом нету. Но надо сделать линию обороны именно внизу. Сюда надо щупальцы влепить по любасику, ребят. Что-то у меня генераторы работают, работают, а толку что-то от них никакого. В чем проблема, не могу понять. Вот, вот, пошла, как говорится, веселуха. Пошла, ребят, веселуха. Там кто? А, у нас, смотрите-ка. Да ну, еще вот сюда мне не хватало только этих ниндзя паршивых. Конечно, только их мне здесь и не хватало. Явились, как говорится, не запылились. Давай вот так. А, не могу я сюда щупальца влепить. Давай сюда влепим. Так, слушай, надо еще сюда гарпунчик влепить. Это уже, ребят, на всякий случай. Потому что там внизу, вверху точнее, идет. Да-да-да, вот этот вот паршивый рыцарь. Паршивый рыцарь, он довольно сильный. Давайте будем вообще тут полностью закутаемся, как говорится, этими ловушками, чтобы никто ничего не смог сделать. Но он проходит. Он, ребят, проходит довольно удачно, довольно хорошо бежит. И он уже внизу. Нет. Нет, он упал, улетел, короче. В никуда. Мы его смогли все-таки одолеть. Угу. Что тут у нас получается? Давай мы сюда поставим. Так, нижний этаж. Слушай, мне что-то говорит о том, что сейчас будет просто здесь какая-то жесть. Я не знаю, почему мне так кажется, но вот, ребята, какое-то предчувствие, что их здесь будет сейчас целая куча. И мне кажется, что вот здесь вот выйдут они. Точно, скорее всего, они здесь выйдут, поэтому давайте, ребята, мы с вами будем обустраиваться хорошенько, очень хорошенько. Так я и думал. Я так и думал, я как в воду глядел, что они, ребята, здесь появятся. Сами видите, что тут происходит. Сами прекрасно все это видите. Я собираю все свои бонусы и будем отбиваться как только можем. Мне, кстати, вниз надо бы поставить побольше миньончиков, наверное, да? Давай вот здесь вот заморозку влепим, чтобы она их замораживала. И начнем вот тут вот обустраиваться потихонечку с вами. Дайте мне быстрее энергию. Мне нужна энергия здесь. Мне здесь нужна энергия. Так. Слушай, там, по-моему, ребята, где-то рыцарь идет. Там идет где-то рыцарь. Я слышал только что его на смех идиотский. Надо подготовиться, надо посмотреть. Так, вот тут мы вообще все капитально, ребят, заложили с вами. Тут муха, как говорится, не пролетит. А вот здесь у нас немножко... Все похуже, именно на нижнем этаже. Так, миньон мне нужен здесь по любасику. Воу-воу-воу, там их два, ребята, два рыцаря. Один остался. Ты просто посмотри, что тут у меня сделано. У меня тут заморозки, чего только нету. Сколько щупалец, я не знаю, ребят, чтобы здесь пройти вот эту мою защиту, это сколько нужно сил потратить. Но мы прошли. Согласитесь, очень даже круто все было. 550, ребята, монет. Мы что-то с вами все открываем, открываем, скажем, уровнем. Так, вот здесь вот мануальная ловушка. Ну, бот.
И что, больше я ничего не вижу. Только ботинок, ребят. Может быть, еще камень. Но я не буду его покупать, потому что на самом деле я вот этими ловушками мало когда вообще пользовался. Я вот думаю, может быть, мне миньона электрического проапать. Или будем копить с вами еще на одну ячейку 2000 голды. Слушай, ну пока мы с вами проходим легко, да, я думаю, что можно покопить. Покопить. Так что давайте, наверное, попробуем сразу же следующий уровень. Сразу же следующий уровень. Так, три волны будет здесь. Угу, угу. Ой-ой-ой, как тут все. Как тут все, ребят, забавно и тяжело. Так, давай вот сюда поставим генератор один. Что это так взорвалось? Понятно, что там так взорвалось. И вот сюда генератор. Короче, здесь лишь бы не было Супермена. Остальное все ерунда. Давай вот так поставим с тобой. И вот так вот. Так, давайте мне сюда генератор уже. Все, уже все, ребят. Заигрался парень. Давайте, говорю, сюда генераторы. Угу. Конечно же, тут надо ловушки. Опс, они что-то слишком как-то... Они быстро, ребята, сюда как-то пробираются. Эй, ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, откуда ты-то взялся отсюда? Эй! Откуда он тут взялся? Ребята, их тут слишком много. А как я за такой короткий промежуток интереса времени должен тут сделать такую обалденную, блин, извините меня, защиту? Так, секунду, тут какой-то подвох, ребята. Тут какой-то... Пошли вы, знаете куда? В трещину. Вот так вот. Да, ребят, я знаю, я потратил все свои... Ракеты Супердар, но не волнуйтесь, я потом рано или поздно их накоплю, надеюсь, на это. А в данный момент мне нужно делать оборону. Слушай, два генератора, по-моему, мало, надо еще один влеплять. Вот сюда я его поставлю. Ну и, конечно же, миньоны, без миньонов тут делать, по-моему, нечего. Так, ловушки, обязательно везде, ребят, ловушки выставляем. Так, бегут, опа, а вот, ребята, и Супермен, вот про него я говорил, я этого и боялся. Он сейчас будет... Ох, он сейчас будет, ребята. Да ну! Да ну, ну вы серьезно, что ли? Ну. Вот так вот, с лету, блин. Ну и как? Супермен, естественно, ребята, полетит вот тут, по короткому пути. Ему, как говорится, по барабану. На все это. Видите, да? И вот этот вот рыцарь сейчас забежит, конечно же, вот в эти ворота. Обязательно залетит. И... Да, и мои миньоны, наверное, не помогут. И Супермен, как мы видим, здесь еще летает. Нервирует меня просто-напросто. Он полетит, скорее всего, вот здесь сейчас. Наверняка он полетит сейчас вот здесь, по короткому пути. И это забежит сейчас в ворота, да? И Супермен, как мы видим, ребята, здесь идет. Обалдеть! Ну ладно, с этим орлом мы хотя бы с вами справились. Так, давай попробуем. Если мои миньоны здесь, ребята, справятся, это будет шикарно, это будет нечто. Да, они справились, ты представляешь? Ух, это круто. Это круто, но это еще, ребят, ни о чем не говорит. Потому что это еще, на самом деле, только начало. Только цветочки. Посмотри, они сейчас будут все идти по самому короткому пути. Кто бы в этом, ребят, мог сомневаться? Я лично не сомневаюсь нисколечко. Естественно, им выгоднее отсюда плясать, чем откуда-то из другого места. Там наверху, воу-воу-воу, наверху ниндзя, все дела, ребята. И Супермен опять летит. Опять летит, ребят, Супермен. Давай как-то, я не знаю, как-то выручать нашу принцессочку. Пытаться, ребята, пытаться нужно. В обязательном порядке. Так, поставь. Что? Они еще сделали себе потайную лазейку, ребята. Еще одну потайную лазейку. И прут уже отсюда. Соответственно, они в эти ворота зайдут. А где они выйдут? Слушай, они нигде выйти не смогут. На самом деле... Эти ворота для нас никакой ценности не имеют. Нам нужно расставлять, ребята, гарпуны. Так, давай еще одного миньона сюда выставим. Так, это у нас последние рыцари. Последняя волна, ребят. А, нет, я ошибся. Последняя волна будет сейчас. Блин, как я этому рад, а? Просто трындец, как я этому рад. Давай вот так вот с вами сделаем. Ну вот, началось. Поползли стрелки. Сейчас будут, ребята, разрушать мне все. Все мои постройки будут сейчас, ребята, чекрыжиться. Как назло, да? Ну да. Смотри, как они довольно быстро все это разбивают. Давай еще один гарпун поставим тогда. Миньонов нету, вот что. Я думаю, чего не хватает, ребят?
Не хватает миньончиков. Так, подбиваем, подбиваем их всех, всех. Так, здесь не хватает, ребята, гарпуна. Как это ты так... Как это ты так, парень, умудрился это сделать, а? Хитрозадый. Супермен летит. Давай, ребята, вот сюда поставим гарпун. И на самом деле надо еще ставить вот сюда гарпун. Ребят, вот сюда ставим гарпун. Да я не могу его влепить. Я не могу его влепить, но мы подбили. Давай тогда вот сюда два поставим. Фух. Так, миньон будет внизу у меня бегать, это на всякий случай. Все, что ли? Да, ребята, все, прошли мы эту миссию. Отлично. Самое главное, что суперменов мы с вами отбили. Ну что же, мы зарабатываем с вами 600 монет. Ребята, наверное, я думаю, еще один уровень попробуем пройти. 2000 монет нам нужно для открытия ячейки. Как говорится, уже добьем это все, а потом будем на апгрейд, на улучшение и на все там подобное. Так, что это мне? Не совсем не нравится какой-то... Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, давай начнем, наверное, с генераторов. Раз генератор. И второй сразу же влепим. Два генератора. Так, начнем, пожалуй, с вами с обороны, да? Будем обороняться. Почему именно с этого этажа, ребят? Ну, потому что стопудово здесь будут подходы. Как пить, да, вот чувствую просто-напросто. Вниз, конечно же, поставим. Так, кто-нибудь идет? И... А, тут, ребята, и ниндзи, тут и лучники. Вы поняли, да? Это плохо. Для меня это, ребята, не есть гуд. Так что давайте выставлять быстрее. Надо щупалец как можно больше. Мои генераторы совсем не хотят работать. Давай вот сюда шипы поставим. Так, хорошо бомбануло в данный момент. Чего нам не хватает? Нам не хватает вот здесь заморозки. Пускай она их замораживает потихонечку. Так, а гарпун куда еще можно влепить? Ребят, куда гарпун можно влепить? Ё-моё, никуда, абсолютно никуда. Вот так вот и придется нам здесь с вами... На одном льду, как говорится. Ох ты, а ты-то откуда опять взялся-то? Ну, ты посмотри, ребят. Посмотри, что происходит. Давай миньона вызывать. Офигеть. Просто офигеть, ребята. Мои ловушки ломают, да? Инженеры кислых щей. Я вижу, вижу, что они делают. Давай вот так вот поставим. Заморозку, ребята, заморозку. Мы тут только на заморозке сможем с вами, наверное... пройти, я думаю. Да что ж ты такое. Подбили мы его, отличненько. Отличненько, ребята. Все хорошо, надо вот сюда влепить будет гарпун. Так, сейчас у нас последний, да? Вот этот охламон остался. Мы его подбили, отлично. Так, сдвигаемся ниже. Я поставлю генератора 2, которых у меня, ребята, нет уже, они их разбомбили. Просто-напросто, в наглую, охламоны. Вот сюда мы поставим 2 генератора и смотрим дальше. Угу, вот теперь надо обустраиваться как-то здесь нам. Как-то надо будет обустраиваться здесь. Два генератора этого мало, мне кажется. Надо еще один. Куда его поставить? Нам и поставить-то некуда их, понимаете, в чем дело? Если только вот сюда мы поставим щупальцу, сюда вот поставим генератор. И вот этот весь нижний этаж просто законопатить гарпунами. По-моему, будет неплохая, ребята, идея, да, и мысль. И она должна, в принципе, сработать. Супермен летит. Твою же маковку. Супермен, ребят, летит. Да-да, он начинает своим лазером бомбить. Он сжигает все. Их там еще к тому же два, да? Их два. Твою ж кефирку, а? Твою ж кефирку. Смотри, как они просто, ребята, зачистили вот тот этаж верхний. Просто зачистили. Давай мы тогда так сделаем. Так, они сюда сейчас зайдут и пойдут через низ. Блин, что остается мне? Я не знаю, у меня генераторов нет. Один генератор вот остался, ребята, только и все. Поэтому давайте поставим сюда один. Пройдут они через эту ловушку, как думаете? Я, конечно, буду пытаться отбиваться, но шансы-то маленькие. Так, ладно, там вроде бы справились. Давайте теперь посмотрим, что у нас тут происходит с этим рыцарем. Подбили мы его, замечательно. И мы спасли, им прошли, ребята, мы с вами этот уровень. Сколько получаем денег? Сколько? 600. Ребята, я поздравляю нас, мы открываем с вами следующую ячейку. Все, это последняя ячейка, которая нам была доступна, и поэтому давайте-ка мы ее... а это у меня куплено или нет? Нет, не куплено. Тогда мы возьмем с вами электрического миньона. Да-да, именно его, ребята. Фух, ну что, рискуем, поехали. Следующий уровень у нас.
Попробуем, ребята. Пока все у нас хорошо получается. Иди. Воу-воу-воу-воу, тихо. Вот это мне совсем не... Этот уровень мне совсем не нравится. Этот уровень совсем мне не по духу, ребята. Ой, как не по духу он мне. Что же делать-то, как быть? Ну, давай попробуем вот сюда поставить генератор, наверное. Сюда вот эти вот гарпуны. Так, генератор один. Ну, мало, ребята, этого мало. Вот здесь, естественно, вражина пойдет. Куда мне его поставить? Мне его и ставить-то некуда, понимаешь? Нету тут особого места, где бы я мог разгуляться. Да. Давай вот так вот сделаем. Сюда я, ребят, еще один генератор поставлю. Давай-давай, гарпуны мои, бомбите по этим архаровцам. Так, миньончик. Миньончик, выручай, родной мой, выручай. Ты сам прекрасно видишь, что здесь очень маленькое расстояние до моей принцессы, и они могут ее похитить. Так, мы отбиваемся как только можем. Как только, ребята, можем. Вот на этих местах я ничего не могу построить, если вы еще не знали, потому что, видите, тут как бы забито камнями все, завалено. Ух. Давай, наверное, мы с тобой вот так еще сделаем здесь, да? Будем снимать с них дополнительную защиту. Кстати, вот здесь можно было бы влепить вот так вот, ребята, кислоту. Даже, я бы сказал, не только там... И подожди, заморозка. Где у меня заморозка, ребята? Ой-ой-ой-ой, сколько их тут много. Давай вот сюда поставим заморозку. Пускай она их будет немножко морозить хотя бы. Ой, а что у меня... Нет, есть миньоны. А почему они... Почему они так плохо реагируют? Миньончики, что? Что с вами не так? Я все вроде бы делаю как нужно, как надо, а вы у меня... Стрелок! Два стрелка, ребята. Два стрелка. Так, что у нас тут? Да у нас тут просто трындец, ребята, что происходит. Ты посмотри. Давай сюда поставим, пускай капает на них. Пускай на них, ребята, капает. Миньоны, давайте быстрее орудуйте. Что вы стоите, прохлаждаетесь, я не могу понять. Что, у меня ни одного генератора, что нет? Они все опять побили мне, да? Они, ребята, мне опять все побили. Ладно, я один отстроил. Так, второй у меня стоял, по-моему, вот здесь. Так, два гарпуна у меня работают. Угу. Так, давай мы, наверное, с тобой что сделаем? Блин, я не знаю, что мы с тобой сделаем. Но что-то надо делать. Что, давай миньона сюда вызовем. Мы вызовем сюда миньона и, наверное, еще одну такую, ребят, кислотную ловушку. Кислотная ловушка будет у нас работать вместе с заморозкой. Вот что я тебе скажу. Да, именно таким макаром. И вот сюда поставлю я гарпун. Фух. Да, ребята, не все так просто. Согласитесь, не все так просто. Но зато очень даже прикольно. Игра мне нравится. Она тут, знаете, ну, нужно мыслить и все правильно расставлять. О-о-о-о. Так, Супермен, ребята, идет. И еще стрелки. Это чертовски, ребята, сложно. Это чертовски сложно сейчас будет. Так, подожди, что, миньона надо вызвать сюда. А что у меня... Понял. Понял, у меня ни одной, ребята, ловушки нету. А внизу-то ничего не подготовлено. Внизу ничего не подготовлено. Абсолютно, ты понимаешь? Это что ж такое-то? А Супермен ну, сейчас будет по барабану, ребят, на самом деле. Фух, чудо, просто, ребята, какое-то чудо у нас происходит сегодня. Я просто в ударе, мы проходим уровень за уровнем. И мне это нравится, понимаете, ребята, мне это нравится. Ну что ж, давайте, наверное, что-нибудь с вами такое посмотрим, что можно нам купить, открыть. Кстати, вот это неплохая ловушка, да, можно будет ее, кстати, приобрести. Давайте-ка мы, наверное, с вами приобретем ее. Апгрейдить пока не смогу. Ну, сделаем обязательно это с вами уже в следующей, ребята, серии. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.